Chers enfants, chers adultes, dans le cadre du deuxième festival du livre pour enfants et la créativité Interkinder, moi, votre guide Nikita, et la professeure de français la plus magnifique et la plus charmante, Lydia Andreevna. Bonjour. Nous avons préparé pour vous un cours de français. Ce cours est nécessaire pour vous, car ce langue est la l'âme du pays et de l'homme. Aujourd'hui, nous allons apprendre quelques phrases et expressions utiles avec lesquelles le français. Ce n'est pas tout difficile. Nous avons écouté et répété après nous. Дорогие ребята, начнем наше знакомство с французского с фраз приветствия. Вы все прекрасно знаете нашу первую фразу «Bonjour». Лидия Андреевна, «Bonjour». Что в переводе означает «хороший день» либо «добрый день». «Bonjour». Да. Здравствуйте. «Bonjour». Добрый день. «Bonjour». Если мы здороваемся в вечернее время, мы скорее скажем «Bonsoir». Добрый вечер. «Bonsoir». Если вы хотите поздороваться с друзьями или близкими, вы можете сказать простое «салю», что значит «привет». После того, как мы поздоровались, вежливо будет спросить «как дела?». По-французски «как дела?» «Comment ça va?». «Comment ça va?». Или просто «сова». Как дела? Камон, сова. Сова. Если вы хотите уточнить, что дела у вас идут хорошо, мы говорим «сова бьен». Сова бьен. Если у вас все очень хорошо, вы можете сказать «тре бьен». «Тре бьен». «Тре бьен». Ça va bien? Ça va très bien. Если все же у вас день не задался, вы можете сказать mal. Это будет как плохо. Ça va mal. Поздоровавшись и спросив, как дела, мы обязательно должны спросить у собеседника, как вас зовут, если вы с ним еще не знакомы. Как зовут будет tu t'appelles comment? Tu t'appelles comment? Tu t'appelles comment? Как тебя зовут? Если мы хотим ответить собеседнику и представиться, сказав «меня зовут», мы говорим «je m'appelle». «Меня зовут». «Je m'appelle». Например, «je m'appelle Никита». Спросив имя человека, мы спрашиваем, где он живет. И ответ. Жабит А. Отвечаем, я живу. Жабит А. Например, Жабит А. Тюмень. Жабит А. Тюмень. Или Жабит Ан Руси. Жабит ан Руси. Я живу в России. У собеседника также можно поинтересоваться, сколько ему лет. По-французски это будет Quel âge as-tu? Сколько тебе лет? Quel âge as-tu? Quel âge as-tu? Сколько тебе лет? И отвечаем. Же мне, но мы не знаем цифр. Давайте выучим французские числительные. Числительные по-французски от 1 до 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Например, мне 16 лет. Je 16 ан. Je 16 ан. Стоит отметить, что французы очень вежливые люди, и поэтому фразы «спасибо», «пожалуйста», «очень приятно» они употребляют очень часто. Чтобы сказать «приятно познакомиться», французы скажут «enchanté». «Enchanté». «Enchanté» – «приятно познакомиться». Если вы хотите сказать «спасибо», возможно, вам это слово уже известно. «Merci». Спасибо. Merci. А если большое спасибо, вы очень благодарите своего собеседника. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Большое спасибо. И чтобы сказать «пожалуйста», мы говорим «s'il vous plaît». «S'il vous plaît». «S'il vous plaît». «Пожалуйста». Некоторые французские слова вы уже знаете. Например, la banane, le masque, le parachute, le wagon. Le zèbre, le locomotive, le dentiste, le tigre. Le xylophone, le garage, l'esquimau. Вы без труда переведете эти слова. Помимо этого, в русском языке присутствуют французские слова. Например, слово «гардероб» – «garde-robe», что в переводе означает «хранит платье» – «garde-robe». Либо «шезлонг» – это тоже французское слово. «Шез» – «стул», «лонг» – «длинный», «длинный стул» – «шезлонг». Среди французов было огромное количество писателей. Вы все прекрасно знаете эти сказки и имена, и читали их в детстве. Например, Шарль Перро, который написал огромное количество сказок. «Золушка», «Кот в сапогах», «Синяя борода». Или Антуан де Сент-Экзюпери. Вы все в школе читали произведение «Маленький принц». Теперь мы с вами познакомимся с французскими достопримечательностями. Знаменитый символ Франции – Эйфелева башня, высота которой составляет 320 метров. Весом 7000 тонн. И состоящая из 15 тысяч мелких железных деталей. Крупнейший и самый популярный музей в Париже – Лувр. Там находится знаменитое произведение Леонардо да Винчи «Мона Лиза». Жемчужиной Франции является собор Парижской Богоматери. Это католический храм, построенный в 1160 году. Теперь поговорим о символах Франции. Например, круассан, который вы уже готовили на нашем фестивале. Также одним из символов Франции является гальский петух. Раньше на месте Франции находилась Галлия, где проживали племена франков, предки французов. Первые ассоциации, которые всплывают в голове, когда мы слышим слово «Франция», это, конечно же, кофе, багеты, красные береты. Ну и на этом мы с вами заканчиваем. В завершении хотелось бы еще вам напомнить несколько слов на французском. Это слова прощания. До свидания по-французски будет au revoir. Au revoir. До свидания. Ну и, конечно, до скорых встреч. До скорого. À bientôt. À bientôt. До скорого. À bientôt. А бенто. До скорого. Франция – очень красивая и интересная страна, а французский язык – неотъемлемая часть каждого француза. Да и не только. Merci pour votre attention. Спасибо за ваше внимание. С вами был ваш гид Никита и учитель французского языка Лидия Андреевна. Au revoir. А бенто.